Это читалка бывшая и нынешняя. Называется серый зал, какой-то еще зал. Ну, немножко потише. Как это в отдельном зале. Ректорат. Кафедра высшей математики. Семинарские аудитории. Когда мы готовились к экзамену, мы иногда у них уединились. И вечер учили. Готовились к экзамену. Занятия делали, задания. Вот, а в конце здесь расположена главная физическая аудитория. Раньше были такие здесь железные стулья с деревянными такими покрытиями. Их прямо делали в МФТИ. Вот здесь, прямо в этом корпусе, на первом этаже. Кстати, Белоусов у меня читал лекции. Сейчас он заведующий кафедрой. Закрыто. Ну ладно.
Надстроили корпус аудиторный, ну, много лет уже назад. Женский, да, почему-то он такой большой. Кстати, в МФТИ стало намного больше девушек. Ну что, теперь спускаемся по переходу. Очень красиво сделали. Батареи раньше, естественно, были металлические, чугунные. Я помню, их промывали. Здесь где-то котельная находится, поэтому очень тепло. Лифт, который не работает. Посмотрим, может быть, здесь работает что-нибудь интересное. Сейчас тогда дойдем до библиотеки. Ну, расписание перевесили сюда со второго этажа. Взглянем быстренько, как преобразился вход. Здесь дипломы висят, фотографии. Ну и сейчас дойдем до библиотеки МФТИ. Рояль на замке. Это интересно. Что, сейчас по переходу пойдем вниз. Федеральный анализ данных в МФТИ от Яндекс. Вот, я помню, когда я учился, очень был
страшный переход. Сейчас посмотрю, в каком он состоянии. Я даже никогда сюда не заглядывал. Сейчас мы со вспышечкой смотрим, это интересно. Вот такое страшное, страшное место. Один из самых старых корпусов МФТИ. Вот так вот. Ого-го. Ну, вот здесь вот эту плитку сразу видно, давно не меняли. Ну что, по центральной лестнице пойдем или боковой? Давайте для начала боковой пойдем. Стулья здесь не было. Когда я здесь учился, здесь не было вот этой наклонной поверхности, была горизонтальная. Потом сделали в ходе ремонта такие трибуны.
здесь поточные аудитории, я все время в них занимался. Большая химическая, такие были двери, в обе стороны открывались. Раньше этого корпуса, естественно, не было, физтехбио. Крышу заделали. Новостроек много появилось. Сейчас идут лекции, прям в субботу. Большая физическая аудитория. Построить матричную экспоненту. Кто ж знает-то? Был проход сплошной, теперь сделали аудиторию. Оптимизировали, так сказать, пространство. Не можете, что-то путаю. Ну что, на этом мы, наверное, экскурсию завершим. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь.